Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Сегодня вместе с Евгением мы будем продолжать искать друг друга в Майнкрафте. Да-да-да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайкусики под нашими сериями троллинга предки. Только благодаря вам мы продолжаем его снимать. Да, ребята, вот вы ставите огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите продолжение, если хотите больше пряток. Давайте наберем на обоих наших видосах по 15 тысяч лайков и сразу выйдет следующая часть. А да, кстати, вот вы набрали 15 тысяч лайков под предыдущими сериями, все, троллинг прятки. Вот именно, да, поэтому сейчас ставьте, давайте. Да, все, давай. Что мы будем сегодня делать на моей карте? Это, можно сказать, такой-то мини-аэропорт. Я, правда, не знаю, почему тут ракета, почему тут бегают пауки, почему тут два вертолета, самолет, ну... По сути, это аэропорт, можно так сказать. Почему аэропорт? Потому что мы с Жекой много путешествуем, точнее, много катаемся на самолетах туда-сюда. Мне уже скоро тошнить будет этих самолетов. Но, ребята, это не суть. Просто я захотел построить Жеке аэропорт. Я придумал себе такую уникальную нычку, где можно спрятаться, где Жека меня будет искать, я надеюсь, очень долго. А я его, как обычно, сразу же найду. Поэтому, ребята, знаете что? Давайте мы сначала пойдем все же к нашему Евгению. Найдем его как можно быстрее, а потом уже вернемся на мою карту. Поэтому потопали. Да, господа, пошли. Ну что, Эдисон, проходи на мою карту, проходи. Можно заходить, да? Да. Так. Эдисон, ты все внимательно просмотри, что тут находится. Вот, ну что тебе напоминает, давай. Ну вот тут у меня знакомый мой стоит, Калаш, да? Калаш и кто там еще? Да, Калаш вот стоит и... Красный мальчик. Да харапинаться, Калаш! Так, да, это просто сказка про Калаша и красного мальчика. Ну, Эдисон, тут везде сказки, Сказки. Не, ну вот эту сказку посередине я знаю про Калаша. А что тут за... Вот тут избушка на куриных ножках, да, как я вижу, вот это. Так просто нельзя в нее зайти, нужно сказать... Я понимаю, а что вот это слева и что вот это посередине? Что это такое, Жека? Ну, посередине это как бы башня Рапунцель. Ага, Рапунцель. Да. А вот слева? Вот, а там Белоснега сидит. А, Белоснега сидит, да? И 7 гномов, да. Так, дома ну... она не сидит, вроде стоит. Вот. Подожди, ну дома никого нет, дома только один гном. Который... Да, там гном, по-моему, там Белоснега, нет? Нет, это гном. Да, ну ладно. Так, где я? Где? Подожди. Ай, это сейчас. Я не знаю, Эдисон, где ты, я не знаю. Так, подожди, хорошо. Одного гнома я насчитал. Ой, катаются тут. Один, да, второй. Да, там уже не пехера целая, ты можешь так и полазить. 4, 5, я только 5 нашел. 5. Понятно. Катаются тут. Так, сейчас. Ты внимательно посмотри. Да. 5, 6. И тут немножечко больше, чем надо, вроде. Не, это точно не ты, а вот это... Просто знаешь, у меня искусственный интеллект, это тоже не ты. Гномы будем, да. Ты просто сидел, ничего не делал. Они шевелятся, они крутятся туда-сюда, понимаешь? Так нельзя. Я шевелюсь, смотри. Да. Да чё за фигня? Не могу пройти, что за невидимые блоки? Так, хорошо. А это так надо, Эдисон, специально, чтобы тебя потроллить. Так, хорошо, Рапунцель. Да твою мать, Калаш сраный. Так. Хорошо. А Калаш, как бы он тоже тут не просто так стоит, Эдисон, если я тебе вот так скажу. Ну ты проси Рапунцель, чтобы на тебе волосы спустила, Эдисон, так ты вот не волосы. Рапунцель, спусти свои волосы, Рапунцель! Ай, Тулечка, залезай! Как залезть? Тебе Калаш поможет, Эдисон. А, да, тут я понял, что... Да твою-то мать! Жека, ты... Калаш, ты просто принц на белом коне. Ты со своими вот этими прохождениями карт, честное слово. Во, Эдисон, залез, молодец. Не спрашивай меня, почему я знаю, что ты залез, как бы это. Ну потому что ты меня видишь, 100%. Может, да ты, может, ты Рапунцель? Да, я Рапунцель, Эдисон, я Рапунцель. Я тебе такое прохождение карт нахрен сделаю, честное слово. Эдисон, да там легко, ну господи, помилуй. Конечно, легко, так, ай! Да твою-то мать! Ну ты точно, это точно не Рапунцель. По-моему, Рапунцель красавица, да, там стоит, она прям красавица. А, ну знаешь, это не ты. Рапунцель, я тебя даже трогать не буду, мне тебя и так жалко, поэтому я спущусь. Так, хорошо. По-моему, она красавица. Ну такой, для тебя может красавица, это твой типаж девушек, да, как я вижу. У нее лестницы на волосах, это нормально. Да, Хорошо, так. Посмотри, там башни тоже много всяких. Да я вижу, только не шевелится, ты не шевелился, вот как ты палишься, Жека. В смысле, я бы не шевелился, я не понял. Ну я знаю, у меня искусственный интеллект работает, все в порядке. Смотри, тут еще и крысы. Ой!
А, подожди, да. А как мне выбраться? То есть мне опять подниматься наверх, да, там? Да, да, и спрыгивать с башни Рапунцель, да. Так, вот это подозрительно какая-то Нет. Крыса... Так, хорошо, идем вот сюда. Избушка, избушка. Что там горит? Повернись ко мне передом, к лесу задом. Только там не лес... Ой, поворачивайся! Только там не лес, а там море. К морю задом. Это не важно, это не важно. К морю задом, чтоб задница загорела. Хорошо, хорошо. Я залезаю, залезаю. Так. А где Баба-Яга? А Баба-Яга рипнулась. А, ну значит, тут точно никого не может быть, значит, если Баба-Яга рипнулась. Это так нельзя, да, Жека. Ну ладно, хорошо, как бы можешь ничего не смотреть, если он как бы там... Да твою там мать, ну как это сложно-то запрыгнуть? Ну ёханый ты, бабай! Опа, так. А, нет, вот это точно не ты. Хорошо, это точно не ты, это тоже не ты. Я умею тебя полить, Жек, это тоже не ты. Хорошо, хорошо. Хорошо. Да, да, давай. Не умею меня полить. Что это за жуки тут сраные? Это ты или это... А, хорошо. Я думал, они просто заспавнились в Майнкрафте, а это казалось, что нет, они не просто заспавнились. Так, хорошо. Рапунцель, да, горишь? Рапунцель. Да. Рапунцель. Ну хорошо, Рапунцель, я прям влюбил... Да твою мать! Калаш сраный. Да, что, ты влюбился так, в да, я в Рапунцель влюбился. А как бы во снеге не хочешь сходить? А я даже не знаю, где она, в том-то и суть. А, да, да, ладно. Ладно, можешь не идти. Как бы ее дома нет, в чем проблема? О, все, ладно, тогда не надо. В Белоснеге ходить. Видел бы я твою Белоснегу, сходил бы, а так я даже не знаю, где она. Не, ну тут прикол просто другой. Это твою-то мать! Жека. Да нет, Эдисон, тебе не нужно сейчас залазить, Эдисон, понимаешь? Тебе сюда а залазить мне? Просто не нужно. Просто это Рапунцель странно. Ай, да твою-то! Жека. Рапунцель странно. Ты меня заколебал, честное слово. Мучайся, страдай! Страдай, Эдисон! Как сюда залезть? Ай! Твою-то мать! Да-да-да. Я тебя запалил! Чё ты стоишь опять, сраный Майнкрафт, а? Я не знаю, я когда меня посмотрел, я сразу понял, так, кажется, меня спалили. Конечно, либо если... бежать, либо да, тебя мучить. Да, да. Все же помучил. Майнкрафт да. Лагучий. Ну хорошо, хорошо, Жека, ща ты меня будешь искать. Ты будешь. Да, сейчас ты меня будешь мучить, походу, Эдисон. Да, 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 ща мы все увидим, Жека. Эдисон, давай ты меня не будешь мучить, как бы сразу выйдешь, спалишься. Да, хорошо. Может, не Жека, надо мне давай, мучить? Давай, заходи в аэропорт, это у нас сегодня аэропорт, Жека, будет, да. Да, да, аэропорт. Что-то какие-то нагрудники валяются. Ай, плохие нагрудники. Какие нагрудники? Ничего там нету, Жека. Да, что-то там точно есть, Эдисон. Так, а ты куда, мне направо или налево? Да хочешь мне вообще посрать? Я в аэропорту, можно сказать. А вы что такое за... У тебя очень странный аэропорт, какие-то листва тут везде. А я не заброшенный какой-то странный. Очень странный аэропорт. Мы в связи с тем, что мы просто много путешествуем, поэтому я решил его сделать. Да, вот, Джека, давай. А это как-то вообще на улицу можно выйти? Я что, тут путешествую? Конечно, конечно. Офигеть. О, а можно на вертолете сразу вылечу? Нельзя. А ты на улицу, да, уже вышел? Ты на улицу вышел, да? Да, то есть ты меня не видишь. Понятно. Да, я тебя не вижу. Не, ну... Я не к тебе включу, чтобы ты меня видел, как бы. Да? Да. Так, подожди. Я хочу зайти в сам самолет для начала. Ну. Как Араган меня кокнул. Блин, да я опять внутри. Как тут сюда вылезти? Сейчас там... Можно спаунпоинт на улице поставлю? А то там просто только NPC, что я буду, кажется, умирать и постоянно... Спаунпоинт на улице? Ну ты читер, конечно, ну нельзя. Ну хорошо, ну попробуй. Все, я поставил. Так уж и быть, так уж и быть. А ракета тоже, да, нормально? Какая ракета? То, что енот, да? Не ракета? А, ну хорошо, я понял. Да, ракета нормально, можно улететь, Джека, все там нормально. Чё? Чё? Кого? Какой енот, о чем ты? Я говорю, ракета. Ракета, ты что, Стражи Галактики не смотрел, алло? Ракета енот, понял. Ну, так, подожди. Ну там енот, там тоже енот есть у меня как бы. Да твою мать! Застряла! Еноты один. Да. Жека. Так, подожди, а как залезть на эту лестницу, я не могу понять. Какую лестницу? Тут лестница есть на ракете, я не могу понять, что залезть. Ой-ой-ой, как сложно, я не знаю даже, не знаю. Ну, в принципе, можно как-то сообразить и подумать, да? О, нифига себе, тут сложно, это сложно. Что там сложного? Так, хорошо. Здравствуйте. Здрасте. До свидания. Так, хорошо, это был не тем. Так, подожди, ладно, хорошо, но он улетел в воду.
Хорошо, хорошо. Что-то я нихрена не понимаю, Дисон, нихрена не понимаю. Паучан уже. Ну, паучан, ну... Искусственный интеллект просто, понимаешь? Искусственный интеллект. Так, подожди, я заберусь по чемоданам наверх. Так, вот курица, как араган опять, да, видимо? Собака, нет, нет, только не бей меня! Не бей меня, двоздоровая курица, сдохни! Ай-яй-яй-яй-яй, кто так... Как араган. Как араган убил зэку. Ты слишком сложно, Дэнис, ты тут столько этих... Ага, корова в вертолете! Корова, ну иди сюда! Корова в вертолете? Это что-то странное, Жек. Во-во, она меня еще убила. Так, хорошо, хорошо. Ну, что ты там делаешь? Что ты там делаешь? У меня такой вопрос, ага. Я осматриваюсь. Что там интересное, да? А там картина какая-то очень прям странная, да? Да, я уже понял, да. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй, как араган тебя опять убил, Жека, как араган. Да, тут слишком много как араганов, которые меня убивают. Караган, да. Ты вот секретные свои проходы за картинами. Ага, может еще есть секретный проход за картинами? Нет. Кто его знает, кто его знает. А может есть, а может нет. Не знаю, так, Жека, хорошо, не хорошо. А, ты застряла! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Жека, ну... Гемот 1, вылетаю. Подожди, ты на... В смысле гемот 1? Хренали! Там просто в МСХЛе у тебя застреваешь в этих штуках. Я уже второй раз застрял. Чё, как я в Мурусе застрял? Гейл пропиши, а не геймот. Геймот вообще не разрешено, Жека, прописывать. Так, блин, на самолете никого не вижу, и на него нельзя залезть. Можно, вот. Можно. Ну, а ты просто свою башоночку включи, как на него залезть? Ага, понял, как-то через, видимо, дом, да, нужно залезть. Дом? Хорошо, хорошо. Какой чёрный? А может, через нет. Ракету нахрен, по деревьям? Джека... Ну, тут какая-то штука вот такая есть, мне кажется. А, нет, это не то. Нет. Хорошо, хорошо, через ракету по деревьям. Ну ты подожди, не так все быстро, как бы я... Ну я вижу то, что я должен тебе подсказывать, потому что ты сам не сможешь сообразить. Да нет, я-то смогу сообразить, просто ты как бы свою карту знаешь, я ее первый раз вижу, для меня она тут вообще что-то новое. Что-то прям загадочное. Так, хорошо, а что у меня сам вертолет летает? Ты... Хорошо, хорошо. Кажется, знаю, где ты, но я не знаю, как туда запрыгнуть, вот в чем проблема. Прямо ты сейчас смотри на тебя. Чего? Ты сейчас прямо смотрю на тебя. А, на меня? Ну хорошо. А как туда залезть? А можешь залезть? Куда нахрен? Я вообще не знаю, про что ты говоришь. Ладно, ладно, ладно. Значит, это не ты, да? Енот, да, значит? Енот, подожди, этот енот меня явно напрягает. Иди сюда. Эй, за все, я не понимаю! Я ничего ни нахрен не понимаю! Ой, Жека, ты где, Жека? Ой! Да говорю! Я на него смотрел! Я говорю, я на него прям вот прям на него смотрел! Я еще. Да? Ты да. Говнюк, там нельзя залезть, там забор стоит. Да. Ну подожди, ну сейчас. Давай еще раз залезу, как бы, да, видите. Хорошо, игра не заканчивается, пока ты меня не убьешь. Ты мне делаешь испытания, я тебе тоже сделал, да? Хорошо, хорошо. Вот как? Как я должен перепрыгнуть через забор? Как бы, Жека, проблемка, да? Тупенький ты наш. Смотри, видишь, тут у нас есть комната отдельная, склад, да? И видишь, вот тут потолка у комнаты нет, видишь? И видишь, где я лежу, да? А может, ты постараешься в эту комнату на первом этаже забраться? Нужно через первый этаж, вот оно шо! Вот оно шо! А я просто вообще забыл, что там есть первый этаж, вот, поэтому... А голову ты не забыл свою? Ой, голову это как. Ну, в принципе, я тут уже могу сказать то, что я выиграл, потому что я Жеке даже сказал, как себя убить, да, Жека? Ну, Жек. Ты тут, я вот даже сейчас не понимаю, как сюда залезть. В смысле, а через вот эту ящички вот эти ты меня убить не можешь? А тебе даже через. А, нет, вижу. Вот, ты меня можешь убить. Вот, давай, почти, давай, ты справился, да, Жека справился, я первый раз в жизни рад, что Жека меня нашел и убил, Жека, это было сложно очень. Ты просто, блин, слишком много NPC расставил, ну тут реально, у тебя прям вот дофига, вот прям слишком дофига. Искусственный интеллект. Ну, искусственный интеллект, это искусственный интеллект, но слишком дофига я здесь с тобой. Искусственный интеллект, понимаешь, нужен интеллект. Нет. Я бы тебя нашел, конечно, если подольше времени. Да, никогда. Ты даже не знал, что там есть комната на первом этаже. Как ты меня вот нашел? Вот именно, тут вообще какая-то жопа. То есть у меня все прозрачно, все понятно. Я тебе все сам объяснил, как залезть, но...
Я тебе сказал, как меня найти, где я и как меня убить, понимаешь? Ну это в самом конце уже, когда ты спалил. Ладно, ребята, ставьте лайки, я вам еще расскажу. Набираем 15 тысяч лайков и на моем, и на Жекином видосе, на двух видосах, и сразу выходит следующая серия «Троллинг пряток». Поэтому, если вы хотите новую серию как можно быстрее, ставьте лайкусики. Да, и также не забываем, что мы делаем много фоточек, да, и мы их выкладываем в наши инстаграмы. Ссылочки тоже на них есть в описании, да. Да-да-да, они-то точно не в описании, даже забыл. Поэтому, ребята, спасибо вам большое за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока.